середине весны на большей части территории нашего края уже сошел снег. Да. И сегодня, 23 апреля, традиционно по всей стране проходят коллективные субботники. Но несмотря на то, что мы сегодня находимся в студии, наша коллега Настасья Поповна все-таки решила взять в руки грабли и отправилась на субботник. Настасья на прямой связи. Доброе утро. Где решила сегодня убраться? Доброе утро, ребята. Доброе утро, дорогой наш телезритель. Ну, граблей уже у меня в руках, как вы видите, нет, потому как субботник на улице 78-й добровольческой бригады в Советском районе уже подошел к концу. На этой площадке трудилось сегодня порядка 200 человек, это школьники, и если вы вот сможете понаблюдать их счастливые лица, если они к вам повернутся сейчас, ребят, помашите. Улыбнитесь в кадр, да, вот эта замечательная молодежь, которая сегодня привела в порядок всю улицу 78-й добровольческой бригады. Вот можно наблюдать мешки с мусором, что собрали ребята в течение дня с 9 до 11 часов. Они плодотворно трудились. Ну а рядом со мной хочу представить, находится начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству района, Советского района, Александр Карпенко. Доброе утро. Ну, давайте напомним телезрителям вкратце вообще историю такой традиции масштабно выходить на улицу в весеннюю субботу и убираться. Ну, если так сказать и окунуться маленько в прошлое, субботник у нас первый провели, наверное, всероссийский, это в 1920 году, 1 мая, приняло порядка 425 человек. С тех пор эта традиция поддерживается, каждую весну субботник проводится. Организовываем, привлекаем школьников, студентов, все предприятия, учреждения медицинские, спортивные, закрепляем территории. Много в этом году и традиционно в прошлых годы, так сказать, что жители изъявляют желание, выходят, приходят, хотят убираться не только на дворовых территориях, но и прилегающие территории. Вообще основная миссия этого мероприятия, она какова на сегодняшний день? Ну, вообще мы, наверное, сегодня понимаем, да, и видим, и живем в городе Красноярске, что город Красноярск достаточно уже чистый стал. Но, проводя субботники, мы понимаем, что и центральные улицы, парки, скверы, люди выходят, убираются после зимы, который мусор накопился. Если говорить о Советском районе, какие территории вот сегодня подлежат уборке, где убирались? Ну, в основном, я уже, наверное, повторюсь, это центральные улицы, это парки, скверы все. Те территории, которые находятся во дворах, второстепенные улицы, там выходят жители. В этом году активно приняли участие вузы, колледжи, гимназии. Можно отметить, что и промышленные предприятия участвуют в этом. Это традиционно у нас промзона, да, которая это улица Пограничников, улица Истинская, улица Гайдашовка. Можно проехать, посмотреть, сколько там тоже собрано мусора. Ну и... если хотите, даже присоединиться. Кстати, могут ли красноярцы еще присоединиться к субботнику, если территории, на которых еще не так чисто, как здесь, например? Ну, те предприятия, которые уже вышли, да, они работают. Что касается жителей, не запрещается. Каждый может выйти в свой двор, посмотреть, где грязно. Не только во дворе, но и прилегающей территории. Поучаствовать, собрать и сделать чище наш город. А как организуется вывоз мусора? Вот те мешки, которые сейчас стоят рядом с нами. В течение дня, сегодня и скажу, что и завтра, да, специализированными предприятиями, вот у нас на территории района будет работать три предприятия. Это МПСТП, УЗС и Левобережная ДРСП. Порядка, наверное, 16 машин по предприятиям будет работать по центральным улицам, проезжать, видеть, останавливаться и вывозить на полигон. Ну, такой вопрос. Субботник вроде как дело добровольное, но вот могут ли заставить выйти на субботник? Никто никого не заставляет, мы это понимаем. Спасибо, конечно, управляющим компаниям. Администрация города, администрация района отработала в том плане, что все были проинформированы, и если проехать по городу, по Советскому району, можно увидеть везде, где люди работают, добровольно, без принуждения. А расскажите, есть ли какая-то статистика, сколько сегодня человек вышло на улицы города, по крайней мере, в Советском районе, и насколько это больше, меньше, чем в прошлом году, к примеру? Предварительная статистика, конечно, есть, но субботник еще продолжается, и можно отметить, что в сегодняшний день вышло около 19 тысяч населения, жителей района, которые приняли участие.
Ну что ж, большое спасибо вам. Я напомню, что мы беседовали с Александром Петровичем Карпенко. Это начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству Советского района. Ну а нашим телезрителям хотелось бы сказать, что если вы по каким-то причинам сегодня остались дома и не приняли участие в субботнике, либо вам наоборот все так понравилось, и вы бы хотели закрепить результат и не останавливаться на достигнутом, то у телеканала «Енисей», у программы «Утро на Енисее» есть для вас отличное предложение. Ребята, вам слово, студия, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Спасибо огромное тебе, Настя, тоже. Продолжим тему. Действительно, сегодня в нашей программе мы объявляем новый проект, вернее, набор участников, новый весенний проект программы «Утро на Енисее», который называется «Семейный субботник». Я уверен, что среди наших зрителей есть очень много активных, веселых семей, которые неравнодушны к экологическим проблемам. Так вот, если вы именно такие, то звоните по телефону нашей редакции 233-1166, либо оставляйте свои заявки на короткий номер 9020, вначале «Остров пробел», а далее всего лишь три слова «Хочу в проект». Наши продюсеры обязательно с вами свяжутся и расскажут все подробности. Хочется особо отметить, что всех участников этого проекта ждут призы и подарки, а победители получают у нас суперприз. Это, внимание, семейный отдых в загородном клубе. Так что не оставайтесь в стороне. Ждем ваших заявок. Напоминаем, именно с сегодняшнего дня мы набираем участников в новый весенний проект «Семейный субботник». Ну а далее предлагаем послушать прогноз погоды от Настасьи Штукариной. Что же нас ждет в течение сегодняшнего дня?